Специальное предложение только сегодняшнего дня в рубрике «Хобби». Это пленка для ремонта и декора. 999 рублей. По этой цене вы получаете сразу 4 рулона. И как придать мебели новую жизнь? Очень легко. Мебель можно оклеить с помощью нашей пленки. Расцветок сегодня огромное количество. То есть не перекрашивая, да, не беря в руки краску, вы используете самоклеющуюся пленку, которая наклеится практически на любую поверхность. Это и металлическая поверхность, и стекло, допустим, и деревянная поверхность, и как угодно. Вы получаете 4 вот таких вот рулона. Ширина 45 сантиметров, длина 2 метра. То есть общая длина в упаковке у вас будет 8 метров. Ну и по ширине это получается у вас почти 2 метра. Да? Супер. То есть вы получаете достаточно шкаф большой можно обклеить, большой. И шкаф, и двери, и мебель какую угодно. И вот они цвета. Давайте посмотрим, что у нас с вами есть. Классический белый цвет. Сегодня модная мода на белую, да, мебель. Да, если хотите такую чистенькую белую мебель, пожалуйста. Есть у нас дуб Бонифаций. Да, вот который я сейчас держал в руках, такой светленький. Есть дерево дуб белый, есть у нас дерево светлый дуб, есть дуб ривьера, есть дерево канадская груша, есть красное дерево, такой красиво, благородный как материал. Смотрится. Дальше у нас есть черный цвет. Вот дети любят в детской использовать черный цвет, можно сделать черный стол. Есть мрамор зеленый, есть кирпич коричневый, есть камушки, есть мрамор бежевый, есть класс. Мозаика голубая. Ой, как красиво. И есть орнамент вот такой вот черный. Слушай, по несколько уже заказывают телезрители, но это заказывают те, кто уже знает этот лот, этот товар. А мы сейчас расскажем новым телезрителям, что вы сможете сделать с помощью пленки для ремонта и декора. 999 рублей, напоминаю, 4 рулона, их очень мало сейчас остается. Это главный товар дня в рубрике «Хобби» сегодня. Леш, ну давай, куда клеить-то будем? Да, вот в первую очередь вам нужно выбрать, куда вы хотите поклеить, очистить эту поверхность, обезжирить и потом уже наклеивать. В рулоне вы получаете еще раз 2 метра. На оборотной стороне очень хорошая разметка, по которой вы как раз отрежете нужный кусочек. О, вам для того, чтобы его нанести. Ну и после того, как вы отрезали нужный кусочек, приступаете уже непосредственно к клейке. Если это небольшая поверхность, вам нужно оклеить, то вы делаете это таким образом. Отклеиваете защитный слой пленочки, как я это делаю сейчас. Так. Не всю сразу. А тебе нужна помощь? Это делаете, а сначала... Пока не нужно, Арин. Угу. Здесь вы наклеиваете первую часть, да, так, начало. Так. Чуть-чуть ее прижимаете, чтобы никаких у нас здесь не было пузырьков. Можно взять либо линейку, либо вот пластиковую карточку и вот таким образом выгнать все пузырьки. Ну, как это мы делаем, когда клеим обои? Да, и дальше снизу вы убираете защитный слой бумаги и постепенно продолжаете... Слушай, а там крепкий клей, действительно, пузырями не пойдет потом? Да, ну, пузырями не пойдет, потом не пойдет, да, то есть вам нужно главное вначале сделать так, чтобы пузырей у вас не было, но с помощью... Как здорово, ощущение, как будто это натуральное дерево. Да, да, то есть это прям ощущение, что вы... что вы получаете натуральную деревянную поверхность, чем это и ценится данная пленка. Прям такой вид сразу дорогой. И вот таким образом на ровную поверхность мы с вами наклеим. Если это большая какая-то поверхность, то там нужно тогда использовать... мыльный раствор, допустим, да, для того, чтобы можно было корректировать в процессе, чтобы не осталось пузырьков. Чтобы не сразу засохло, чтобы был, а если вот, допустим, сейчас вот что-то раз, можно и отклеить сразу, или это моментальное? Нет, нет, она хорошо приклеивается, и отклеить ее уже практически невозможно. Это значит, что ваш дом приобретет совершенно новое лицо. Друзья сняли квартиру, допустим, да, и вот у них там был не очень красивые двери, они все разваливались, уже были все разные. Вот так вот можно сделать единый стиль. И очень здорово будет смотреться. То есть была у нас металлическая вот такая вот поверхность, а в стали мы с вами сделали вот такую вот деревянную поверхность. Так, хорошо, скажи мне, двери, шкафы, что еще можно нашли? Двери, шкафы, какие-нибудь стекла, стеклянные перегородки можно ими тоже сделать. Можно на бетон, на камень наклеить, на пластик. Да, допустим, у вас там пластиковая какая-нибудь стена. Холодильник можно, да, наверное? Холодильник оклеить, обновить мебель. Вот давай мы сейчас с тобой возьмем и тумбочку обновим нашу. Давай, слушай, смелая. Допустим, у вас вот старая тумбочка, она либо у нас с вами облезлая уже какая-то, либо что с ней, ну, что-то не так, да, вам не нравится цвет, допустим. Еще раз, взяли рулончик, замерили размер, отрезали нужный кусочек данной пленки и дальше начинаете уже оклеивать. Так. Как мы это делаем? Еще раз, мы снимаем с вами защитный слой бумаги. Здесь, наверное, твоя помощь нужна с ноготочками, да? Сможешь? Оп, все, вот.
Защитный так. слой бумаги. Здесь я тебе помогу, да? Чуть-чуть мы с вами. Слушай, это даже такой творческий процесс. Я знаю, ты любишь, да, со своими детьми что-нибудь такое. Я очень люблю это, Все, чуть-чуть бумажку мы с вами сняли, вот таким образом мы ее зажали, и теперь переворачиваем и начинаем с этого маленького кусочка. Давай от меня начнем. Так, вот так вот, да? Да. Выравниваем сразу аккуратно по всей поверхности, чтобы у нас... У тебя там ровненько все подходит? Все так, подходит, подожди. все подходит, чтобы она сразу у нас если у нас идеально пошла. Сильный, я думаю, наш не обидится телезрители, потому что мы в прямом эфире здесь все делаем. Все, здесь мы наживили. Дальше, Арин, ты берешь и чуть-чуть тянешь вот эту вот заднюю бумагу, да, которую мы с тобой снимаем, а я здесь буду постепенно, сантиметр за сантиметром, уже наклеивать эту пленочку. И вот таким образом мы с вами на ровную поверхность наклеиваем нашу пленку, обновляем мебель, реставрируем мебель, делаем ее чистенькой, ровненькой, слушай, и идеально. Вот такой вот, да, то есть такая вот самоклеечка у нас появляется, с помощью которой вы можете как раз и слушай, ну как же здорово вообще, посмотрите, как преображается наша тумбочка, как она совершенно другой вид приобретает, как будто, и слушай, если так вот у нас тумбочка, можно кровать так обклеить, можно обклеить шкаф, любые, можно любые, абсолютно. Стулья, которые есть, посмотрите, как у нас классно получилось. Сейчас. Итак, у нас для вас сразу 4 рулона в наборе за 999 рублей. По сути дела, ширина у нас с вами 45 сантиметров, длина 2 метра. Каждого, да, получается 8 метров у нас в 4 рулонах, в длину, в ширину 2 метра. То есть можно сделать новый мебельный гарнитур. Это очень здорово. У нас для вас есть цвет белый дуб. Это дуб Бонифаций белый, называется. Нет, просто белый, да. Белый дуб Бонифаций. Здесь дуб Бонифаций, дуб белый, светлый дуб, дуб Ривьера. Далее у нас с вами груша канадская, красное дерево. И далее внизу у нас с вами уже такие очень интересные черный, зеленый, коричневый, камушки, бежевый, обратите внимание, голубой и черно-белый орнамент. Звоните и заказывайте, это цена главного товара дня. Преобразите свой интерьер.